Ребята, доброе утро. Я иду на завтрак. Лёва сказал, что он захотел покривляться и еще немного поспать. Вот, на самом деле, хотели сегодня встать в 7 утра, но что-то пошло не так, и на улице уже 9, и я иду. Вот. Поэтому план сегодня такой, сегодня вечеринка у бассейна в 4 часа дня, поэтому посмотрим. Не знаю, пойду ли я на пилатес, на дартс. Будем смотреть по настроению. Не изменяя традиция, пончик. Взяла еще турецкий сырник попробовать. Бутик с колбасой и сыром. Много грибов и панкейки с вареным вареньем. Сегодня добралась уже до Рахат Лукума. Булочек возьму с собой. Лёве, может быть. Пришли на пляж, так мало народа. Время 9:30. Практически уже к 10. Но все отдыхают, кушают. Вот. Я тоже взяла из столовой то, что вам показала, с собой, потому что уже не было сил есть. Чилим. Ребята, сейчас тусуемся на пляже, и так мило было. Ходили плавать с пирса, вот, и там из-за того, что мы вчера ходили играть в дартс, было очень много народа. Может быть, по видео вы поняли. И на пирсе встретили чувака из Нидерландов, и он сам с нами поздоровался, узнал нас. Мне кажется, это супер мило. Атмосфера просто дружелюбная такая. А когда проходил на пляже один мужчина, я с ним в первый день встречалась, и вот во второй, когда мы вместе с Лёвой ходили, он тоже узнал, позвал играть в утренний дартс. Мне так это нравится, так это вообще все прикольно. Вот, считайте, уже у нас собственный коллективчик такой. Мы продолжаем баловаться коктейлями. Лёва еще услышал горячий шоколад от женщины от какой-то и тоже его взял. У меня виски сауэр, попробуем. А, там еще айриш крем, как обычно, и орешки. Та-дам! Как настрой? Супер! Пошли кушать опять в кафе, которое работает круглосуточно, разных кухонь мира. Взяла опять сладкое. Ну что за вкуснятина? Вы уже видели в предыдущих кусочках, что был пул-пати. Вот, но мы чуть-чуть потусовались, выпили коктейльчики, шотики, было вкусно. И пошли сюда, на наше привычное место, наслаждаться теплым воздухом, морем и бассейном. В бассейне я уже конкретно покупала, сейчас пойдем опробовать нашу GoPro в Сиде, на этом побережье в Турции. Вот. И Лёва, наверное, покажет вам рыбы, потому что я не ныряю. Сегодня у нас на ужин рыбный улов, такая супер вкусная красная рыбка с шпинатным сливочным
такую подушечку с соусом. Я еще взяла креветки, жарю, баклажанчик, свежий салат, ложь картофельного пюре. Еще вот такие ребята у нас сегодня. И Лёва взял пока только сладости. Пришли на анимацию. Сегодня будет петь какой-то турецкий человек. Вот, будет.